Парный прогон. Новый телефон W995. Почувствуй энергию звука. Добрейшего, пацаны и девчонки, с вами дядя Леша, и это программа «Парный прогон». Буду краток и сразу вам скажу, что сегодня в эфире у нас группа «Текила Джаз» с материалом их нового крайнего альбома «Журнал живого». Также в программе принимает участие замечательный актер Женя Цыганов. Причем это была очень смешная история, потому что Женю Цыганову мы чисто случайно в день съемок встретили в клубе «Б2». Он просто пришел на концерт «Текила Джаз». Естественно, мы не могли не воспользоваться таким счастливым стечением обстоятельств и моментально вытащили актера на сцену. Также хочу вам сказать, что группа «Текила Джаз» под конец эфира разыгралась настолько, что наиграла нам материала на две полноценных программы. Поэтому сегодня в эфире вы увидите первую часть, а вот вторая часть из материала, не вошедшего в эфир, будет доступна для просмотра на сайте телеканала a1tv.ru. Выражаем благодарность нашим друзьям из компании Sony Ericsson за то, что помогают нам в съемках этой программы. И, как обычно, отдельный респект вот за эту модель телефона Sony Ericsson W995, потому что, как все вы прекрасно помните, этот телефон для настоящих рок-н-ролльщиков. Я все вам рассказал, телезритель, все, что тебе осталось сделать сейчас, это внимательно посмотреть программу «Парный прогон» с группой «Текила Джаз» и Евгением Цыгановым. «Парный прогон». Страх.
остатки остав. Треплют звезды, дышит остров, дышит остров, дышит остров. Вечер добрый, друзья.
добрый вечер, друзья. Мы Текила Джаз из города на Неве. И сегодня необычное выступление. В довольно привычных для нас стенах или стенах. Но, тем не менее, это съемка передачи, поэтому, как вы, наверное, уже слышали, сегодня будем много говорить, оказывается, о чем-то. У вас есть бумажки, можем писать вопросы, можем просто так их задавать на самом деле, без всяких бумажек. Например, многие из нас уже разучились писать ручками, потому что клавиатура наша и все. А с нами сегодня здесь Евгений Цыганов. Прошу любить и жаловать. Он, видимо, отложил свой выход. Еще раз здравствуйте! Поздравляю! Как вы понимаете, разговор будет содержательным у нас сегодня. Ну, если без шуток, действительно, можно поболтать. Черт. Не после концерта, не до, наконец-то, во время. А пока мы сыграем для вас несколько песен, которые наверняка уже слышали, некоторые из них. Некоторые, может, не слышали. Это часть нашего нового альбома, который называется «Журнал живого». И сегодня, после 5 дней, проведенных в Москве, мы бы сказали, это журнал «Еле живого». Покуда прощаются новости, не прогрессируют.
лети сгоряча. В зеркале два луча, в зеркале два луча. Спасибо, друзья. Так. Дорогие друзья, пару слов. Давай. Когда я был совсем маленький, я оказался в... А эти парни были уже все-таки солидными мужчинами. Я... И тем не менее. Вот, я оказался на концерте в клубе NC22. Это было давно. Со всеми сломами и прочим. И сломами. И как-то это поменяло мою жизнь. Я, кстати, был первый я у них первый. А он был первый зритель вот. Нашего концерта да. В Москве. Вот, и я до сих пор не очень понимаю, что я сейчас здесь делаю, потому что мог ли я, простой московский мальчик, подумать, что когда-нибудь... Вот, когда-нибудь Александр Воронов из-за барабанов скажет такую фразу. Вот, и тем не менее, я пришел сюда танцевать, а не говорить... Welcome. Поэтому я буду плясать, а вы уж там. Спасибо, Женя. На самом деле мы долго вспоминали название клуба, в котором состоялось наше первое выступление в городе Москва. Мы очень боялись тогда. Это был первая гастроль. Это было очень ответственно. Ну, конечно, мне кажется, Женя все-таки был не единственный посетитель там. Он с другом приходил. Вот и когда вот мы недавно делали нашу такую биографию в связи с выходом пластинки, вот последней, и нужно было написать всякие приметные вещи, например, как первая пластинка, первая гастроль, первый выкуренный сигарета и так далее. Вот. И мы не могли вспомнить название клуба, вот, господи, наконец-то мы вспомнили. Вот. Так что вот такая история. Мы продолжаем знакомить вас с материалом нашего последнего сегодняшнего дня альбома, журнал. Крайнего, да. Кстати, через месяц мы будем показывать уже следующий, между прочим. Ну, пару песен. И далее у нас по программе. Извините, пожалуйста, тут поднастроить надо гитару. Такое ответственное дело, пришлось купить новые струны хоть раз в жизни. Никуда.
том ли дело, что за мной провода. Злые звезды закрутили карусель. Так просто не закончится метель. Вот пришел понедельник, где же этот ужасный? Может, Бог и бездельник, он еще и славный. Коридорами кора, шлет от имени Мора, она солнечный эликсир. Вот и берег, и хрустальная нефа. Без истерик покидаю острова. Без иллюзий, иллюстраций и угля. На блюзе то ли небо, то ли там. Шел понедельник, где же этот ужасный? Может, Бог и бездельник, он еще и славный так. Коридорами гора, шлёпа имени мора, это солнечный Оскар присуждается. Кто наш любимый маньяк? Естественно, Борис Гребенщиков, а кто еще? Посмотрите, в этом клубе все стены уклеены фотографиями Бориса Гребенщикова с бородой, без бороды, с группой и без группы. Более того, когда мы пошли на обед, что мы услышали? Довольно громко, между прочим, запись последнего альбома этой группы «Аквариум». И нам это нравится. Наш любимый маньяк Борис Гребенщиков. Где коньяк? Посмотрите на нас. Ну, кстати, я там в баре задолжал 110 рублей. Если кто-нибудь отдаст, из меня буду благодарен. Там же, наверное, и коньяк. Это к Евгению вопрос. Евгению? Евгению. Евгений Цыганов, на сцену, пожалуйста. Это парный прогон, мы тут не будем одни отдуваться. Любезно согласился. О! Выйти на сцену. Это, похоже, не коньяк. А где коньяк? Ну, что-то там есть. Когда я был чуть постарше?
Помню, едем мы на поезде Москва-Ленинград. И в вагоне-ресторане, не поверите, встречаем группу Текила Джаз. Такие, это Текила Джаз, точно. Павел Баршак, есть такой артист в такой большой шапке, в этой, в Панаме. И Евгений Федоров говорит, о, старый мельник. Паша потом долго не мог уснуть. Очень переживал момент и сказал, меня назвали старым мельником. Ну, вот такое потрясающее счастье. Счастья вам. Однажды было круче, мы пошли в таком же точном поезде, вагон-ресторан, и там встречаем Юрия Михайловича Антонова. Ну а что? Но эти мои одноклассники некоторые слышали эту музыку. И мы... Ну, я слышал, конечно. Это невозможно было не слышать. Вот. И мы закончили наши беседы с Юрием Михайловичем Антоновым примерно без пяти минут прибытия на вокзал в Петербурге. И он сделал страшную вещь. Я пошел к нему на концерт с ребятами. Конечно, понравилось. Сейчас объясню, почему. Мы пришли на концерт. Концерт модный, с антрактом. Во время антракта мои коллеги, ну, в общем, предпочли удалиться в какой-то другой концерт пойти. Я не мог удалиться. Мы сидели в третьем ряду примерно. Тут Юрий Михайлович объявляет песню следующую. Говорит, вот сейчас песня будет, когда я исполняю, люди, обычно, которые слушают, обнимают друг друга за плечи и начинают раскачиваться. И начинается там море, море, да. И тут произошло страшное. После первого припева он останавливает музыкантов. Такой сосын обращается прямо ко мне, вот как вот к вам сейчас, на такое же расстояние. Дорогой Евгений Федоров, группа Текила Джаз, я же вас бесплатно привел сегодня на концерт. Вы же тут контрамарки у меня клянчили практически, да? И вот сидите... И какого хрена вы не обнимаетесь совсем, вы не поете? Море, море, море. Ну, я, естественно, цвет приобрел. Ну, не вот этого струсившего осьминога. Ну, примерно такой. Пришлось раскачивать петь «Море, море». Такой главный компромисс в нашей биографии. Это по поводу Евгения Цыганова, что он вспоминал. Нам тоже есть что вспомнить. Парный прогон.